В июле 2009 года в состав Балтийского флота вошел сторожевой корабль «Ярослав Мудрый». Характеристики СКР, проект 11540 «Ястреб». Длина 130 метров. Водоизмещение 4350 тонн. Экипаж 210 человек. Мощность ГЭУ 57 тысяч лошадиных сил. «Ястребы» должны были стать заменой сторожевым кораблям проекта 11-35. Вооружение сторожевого корабля 11-540. 100-мм артиллерийская установка. 4 модуля на 32 ракеты ЗРК «Кинжал». 2 4-контейнерные наклонные пусковые установки ракетного комплекса «Уран» на 8 противокорабельных ракет Х-35. На головном корабле ракетный комплекс «Уран» отсутствует. 2 зрак «Кортик» с 2 30-мм шестиствольными зенитными автоматами и 32 зенитными ракетами. 12-ствольный противолодочный бомбомет РБУ-6000. 2 трехтрубные пусковые установки противолодочного ракетного комплекса «Водопад НК». И ангар для вертолета К-27. Дальность противокорабельных ракет до 260 км. Дальность систем ПВО 12 км. Дальность ПЛО 50. Строительством кораблей проекта 11540 занимался Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» в Калининграде. К концу 2009 года ВМФ России получил 2 СКР проекта 11540. Посмотрим на темпы строительства. Время от закладки до передачи флоту у головного корабля составило менее 6 лет, а строительство серийного в связи с развалом Советского Союза затянулось на 21 год. К началу 2024 года оба корабля проекта несут службу на Балтийском флоте. Друзья, теперь все ролики доступны и на Рутубе. Не забывайте ставить пальцы вверх и писать комментарии.